В Самарской области началась выдача открепительных удостоверений в территориальных избирательных комиссиях. Продлится она до 6 сентября включительно, а с 7 по 17 сентября эти удостоверения можно будет получить на своем избирательном участке. Ну, проголосовать я не могу по причине того, что я уезжаю в отпуск в другой регион, поэтому решил выполнить свой долг заранее. Я должна поучаствовать в таком важном событии нашей страны, нашего региона. Напомним, что в этом году институт досрочного голосования отменен, и поэтому, если в день голосования человек не сможет прибыть на свой избирательный участок, он может воспользоваться открепительным удостоверением. Занимает это не более 5 минут. Избиратель должен прийти с паспортом, указать причину, по которой он не может проголосовать в день голосования у себя на участке. Мера очень удобная. Законодательством предусмотрена такая гарантия. Избирателям очень востребовано это. Причем причина должна быть серьезной, потому что всего их напечатано 45 тысяч штук. Это ограниченное количество на всю область. Марина Матвеевична, Константин Головин. События.